Жители Коми, которые активно голосовали в прошлом году за то, чтобы именно в их населенном пункте появился интернет, уже могут пользоваться современной сотовой связью, в том числе высокоскоростным мобильным интернетом. Ростелеком установил и ввел в эксплуатацию базовые станции мобильной связи во всех 13 населенных пунктах республики, которые победили в голосовании на портале госуслуг и вошли в адресный план второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Напомним, в голосовании могут принимать участие деревни, села и поселки с численностью жителей от 100 до 500 человек. В населенных пунктах, которые пройдут отбор в этом году, в следующем будут установлены базовые станции связи. Итоговые результаты голосования будут известны 18 декабря.